Это фантазийная резинка с разбором 3-2. Очень интересный эффект от способа, оригинального способа провязывания петель. Смотрите мастер-класс. В данном образце будут 2 петли симметрии. Первый ряд раппорта, кромочная петля, 2 изнаночные, разделительные. Далее провязывается лицевая скрещенная, просто прямая лицевая и лицевая скрещенная. Теперь второй ряд раппорта. Сначала кромочная и 2 лицевые петли симметрии. И основной раппорт: изнаночная, скрещенная, лицевая, прямая, изнаночная, скрещенная и 2 прямые стандартные лицевые петли. Друзья, на этом мастер-класс я завершаю. Всем спасибо за внимание.